бардачке лежат его документы. Ага. А с ним что? Ну, он нацист. Эй, ты нацист? Он потерял дар речи. Как я тебе? На моржа похож. Не забудь багаж. Помни, ты Джулс Редфилд, профессиональный актер. Ты летишь на Венеру, чтобы участвовать в пробах на роль Уильяма Джозефа Бласковица. Ты получил личное приглашение, так что меры предосторожности будут минимальными. Удачи. Мистер Редфилд? Мистер Джулс Редфилд? О, да, это я. Я Хелена, режиссер фильма. Простите за долгий путь, но продюсер предпочитает безопасные места и обожает эффектные декорации. Идемте. Мой багаж. Вам его принесут. Идемте, идемте. Прошу, добро пожаловать на пробы, мистер Редфилд. Что ж, все в сборе. Можем начинать готовиться. По бумажке на пробах читать нельзя, так что выучите наизусть свои реплики до прихода продюсера. Его очень легко разгневать. Так что в его присутствии будьте осторожны в своих словах. Мистер Редфилд, крайне важно, чтобы вы знали свои слова наизусть. Ваш текст на стуле. Я скоро к вам подойду. Меня так раскусит. Лучше не высовываться. Оставлю актерские замашки другим. Тебя твой агент включил в финальный список? Да не. Помощник режиссера увидал меня в сериале, решил, что я подхожу. Это круто. Венера и все такое. Странно ведь, а? Почему Венера? Чем Голливуд не угодил? Небось, продюсер большая шишка. Магомед должен идти к горе, сам понимаешь. У тебя есть сценический опыт? Как тебя звать? Роландом вроде? Рональд. Рон. Не. В молодости я вел прямые эфиры, а теперь только кино и ТВ. Я раньше думал сняться в кино, но я просто обожаю театр. Я даже не уверен, что хочу получить эту роль. Мне кажется, что если я не стою перед зрителями на сцене, значит все понарошку, понимаешь? Да, конечно, друг. Обалдеть можно. Я уничтожу твою вонючую расу. Я уничтожу твою вонючую расу. Я уничтожу твою вонючую расу. Давай, Джонни! Ты сможешь. Уничтожу. Уничтожу твою вонючую расу. О, боже, дебил. Вот это круто, чувак. Венера. Здорово, правда? Чувак, я всегда хотел побывать нюанс. В космосе. Нью-Йорк, Венера, Мегера. Нюанс. Нью-Йорк, Венера, Мегера. Нюанс. Нью-Йорк, Венера, Мегера. Как же мне запомнить эту херню? Ха, надо записать. Нюанс. Нью-Йорк, Венера, Мегера. Нюанс. Нью-Йорк, Венера, Мегера. По местам, живо!
Hitler! Heil Hitler! Helene! Kommen Sie! Haben Sie das gesehen? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen das ist? Ja, ja. Es sind Schauspieler, mein Führer. Schauspieler? Ja. Diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blaskowitz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Was? Und besser konnten wir nicht finden? Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich. Ja, 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 das kriegen wir. Gott, noch mal! Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh ja, Schminke. Mhm. Gut. Das ist magisch. 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 Schauspieler. Geschult in der Kunst der Verkleidung und Täuschung. Ja. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist ja ein Spion unter ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh da, mein Führer. И мои дети тоже прочли. Мне понравилось, мистер Гитлер. Просто супер. Мистер Гитлер? Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Führer. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. Простите, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? Нет, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schurke, ein Jude? Ein verräterischer Jude? Нет, mein Führer. Нет. Я из Аризоны. Kommen immer wieder Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden. Ich erkenne sie schon von Weitem. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. Oh, so ging das. Ich habe ihn vernichtet. William, oh, Josef, Blaskowitz. Oh. 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 Ah. Helene. Mein absolutes Meisterstück, das Jahrhundertepos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silbe fehlerfrei ist. Bravo, mein Führer, bravo! Gottes Willen. Mutti, mir ist so kalt. Weg! Weg! Sie! Sie spielen die Szene. Helene, zusammen mit Ihnen. Безжалостный террорист! Вот кто ты такой! Черт, что я там накорябал? А ты нацистская шлюха. Ты чудовище! Что ты хочешь со мной сделать? Я изнасилую тебя и убью. Ты погубил множество невинных немцев, но наша раса еще возродится.
Черт. Я уничтожу твою вонючую расу. Die Worte waren richtig, ja. Aber sie haben anscheinend nicht die mindeste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blazkowicz. Wie können Sie sein, was Sie nicht verstehen? Sie spielen Sie die Rolle. Füllen Sie die Rolle. Безжалостный террорист! Вот кто ты такой! Да ты нацистская шлюха! Ты чудовище! Что ты хочешь со мной сделать? Я изнасилую тебя. И убью! Ты погубил множество невинных немцев. Но наша раса еще возродится. Я уничтожу твою вонючую расу. Viel besser. Sie könnten von ihm lernen. Ich gebe Ihnen, was Sie brauchen, um den Geist dieses Irren zu verstehen, dieses dreckigen Untermensch. Oh, ich kannte ihn in- und auswendig. Und darum konnte ich ihn gefangen nehmen und ihn der Gerechtigkeit übergeben. Mein Gott, habe ich Hunger. William Joseph Blazkowicz. Aufgewachsen in Mesquite, Texas. Mischlingskind eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager in Neumexiko. Selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich, als wir nach seiner Exekution aufschnitten, konnte man sehen, dass er Jude ist. Oh. Helene, machen Sie weiter. Ich bin müde. Как вы знаете, эта роль требует хороших физических данных. Уильям Джозеф Бласковиц был не философом, он был бойцом. Эта сцена идет перед той, которую вы уже играли. Бласковиц хочет заложить бомбу, чтобы убить немецких детей в приюте. Но сначала он должен прикончить храброго часового, стоящего возле здания школы, в жестокой схватке. Мистер Лоулин Юинг? Лоулин Юинг? Я. Можете начинать. Сейчас каждый изобразит сцену борьбы, и как только охранник будет устранен, вы должны завершить сцену, прочитав свои реплики с этой карточки. Точно по тексту. По местам! Und Motor! Стоп! Кровь пошла, черт! Нужна пауза! Реплику! Мне нужно к врачу! Текст! Твоя смелость не остановит такого неандертальца, как я. К тому же я не умею сражаться честно. А теперь я убью невинных детей. Будущее Германии! Das war schrecklich. So что? Мистер Редфилд, прошу. Сейчас ваш выход. Мистер Редфилд, прошу, войдите в комнату. Dann mach es mal richtig, du Wichtigtor. Ah!
Вы этого хотели? Это вам нравится, нацистские гниды. Это вы и получите. Wunderbar! Habt ihr das gesehen, Helene? Wie geboren für die Rolle! Er wird mein Platz gewinnen! Oh Gott! Er ist mehr als perfekt! Я распакую багаж, мистер Редфилд. Was zur Hölle ist das? Готовься, Адольф. Я улетаю отсюда с секретными кодами твоего Одина. Мы украдем Аусмерцер, убьем генерала Энгель и покажем американцам, что такое революция.
unvorstellbar klarer, heller Himmel. Daran kann man sich nichts ansehen. Das Atemberaubendste, was ich je gesehen habe. Ich stellte mir vor, auf den Wolken zu stehen, beschienen vom ersten roten Morgenlicht. Du sprichst wie ein Poet. Ich war auf der Schauspielschule. Deshalb kannst du so gut reden. Hast du von den Schauspielern von der Erde gehört? Ja, klar. Hab einem von denen gestern die Anlage gezeigt. Einem Herrn Llewellyn Ewing. Oh, warum sind die hier? Der Führer dreht einen Film. Die sind hier zum Vorsprechen. Wie wunderbar. Ich könnte als Statist mitmachen. Ich habe in Hannover Theater gespielt. Wir hatten sogar bezahlte Auftritte. Wirklich? Dann sprich vor. Wie ich hörte, geht's im Film um die Jagd auf Terror, Billy. Bei deinem Talent nehmen die dich bestimmt. Oh, danke, das ist aber nett. Вот он, мой билет на поверхность планеты. Transportkapsel bereit zum Einsteigen. Bitte Zugangsdaten eingeben. Notfallausruf eingeleitet.